Ну а школьники помладше заинтересовались деятельностью депутатов. Для чего нужны законы и как их создают? В Государственном совете Чувашии на экскурсии побывали воспитанники Порецкого детского дома. В Порецком детском доме председатель Госсовета Чувашии побывал еще в апреле в рамках единого информдня. Теперь настало время ответного визита. В главный законодательный орган республики приехали 30 ребят. У кого-то из них времени для выбора жизненного пути еще много, но кому-то определиться придется уже в этом году. Кто-то из вас будущий депутат тут, я уверен, кто-то из вас будет, может, даже председателем Госсовета или каким-то министром. Мечтаете же быть начальником, так ведь? Кто-то военным. Кто-то военным. Вот заранее, конечно, надо вот думать, мечтать, учиться надо, спортом заниматься. И тогда вот такие достичь можно таких высот. Вернется ли кто-нибудь из них сюда уже в качестве депутата или сотрудника аппарата, пока, конечно, говорить рано. Много нового для себя ребята узнали точно. Ну а на десерт в конце визита гостей сводили туда, где побывать удается немногим. На смотровую площадку Дома правительства. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.